Есть весны скучно. Скульта Италия. Ce qui vient avec les Russes, c'est qu'ils aiment les arbres. En fait, même très abîmés, ils ne les coupent pas. Et là, pas ça. Raskaji, Churas, Kak, Piotr Stretil, Mienchikov.
По-русски. Меньшиков продавал пироги на улице. Вот так. А Меньшиков vendait des petits pâtés dans la rue. Да, и он продавал их очень весело, это было интересно. Он очень хорошо говорил. И люди, когда слышали, когда он говорил, все смеялись и покупали его пироги. А, и en fait, quand il vendait ses пирожки, Меньшиков, les conversations avec lui étaient tellement intéressantes. Que beaucoup de gens lui achetaient ces fameux pirojki. Et après, c'est все. Ну, и они познакомились с Петром, и он стал сначала просто друг, а потом он был очень умный, и он помогал Петру, он был его как правая рука. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il a rencontré Piotr Ier, le tsar de Russie, qui, voyant qu'il était très intelligent, qu'il l'avait beaucoup aidé, le récompensa. Hein. Ah, et все. Он был как правая рука для Петра. И как la main droite. Как sa propre main. И царица Екатерина, жена Петра, ее привел Меньшиков. Это была его подруга. Что? Царица Екатерина, жена Петра. Ouais. Екатерина первая. Ouais. Премьер, да? Она была у солдат. А, ouais, да. А, ouais, mais я спросил только про... Меньшиков, да, нет, просто я говорю. И Меньшиков привел ее для Петра. Он сказал, что она очень умная женщина, что она очень красивая, и он привел ее для Петра. Она была проститутка у солдат. А, вот, donc, но Меньшиков сказал, что это... Я m'expliquer que celle qui après se maria avec le tsar était prostituée et que c'est Меньшиков qui l'a présentée au tsar. Да, Меньшиков ее показал царю, и вот царь так. Сначала просто была его подруга, а потом он понял, что она очень умная женщина. Ouais, donc Piotr Меньшиков lui présenta cette femme-là, et puis Piotr Pognal a compris qu'elle était très intelligente et en fait il en a fait sa la tsarine. C'était sa deuxième femme. Это была вторая жена. Первая жена, она была против политики Петра. Она хотела, чтобы Россия была как старая. Ah, là, parce que la première femme du tsar était contre la Russie en fait. И она была недовольна, что царь делает реформы. Elle était pas contente que le tsar fasse des réformes. Он ее отправил в монастырь. Bon, il l'a envoyé dans un monastère. Сын Петра и первой жены хотел сделать революцию тоже. Он не хотел реформы тоже. И царь его сделал как призанер, и он умер в тюрьме. Donc la première femme et le premier fils de Piotr voulaient pas faire des réformes, voulaient rien faire et voulaient révolution. Ну да, хотел убрать царя. Ah ouais, il voulait en fait se débarrasser de Piotr Ier. Voilà, donc il l'a envoyé dans un monastère. Qu'est-ce qu'il a fait son fils? Говорят, убил, никто не знает. Он был как призанер в тюрьме, не в монастыре. Да, en fait, son fils, il l'a mis en prison et probablement il l'a fait assassiner, il l'a fait tuer. Он был в Петропавловской крепости призанер. А, ouais. Понимаешь, Петропавловская крепость, уже знаешь. Крепость, это форт. Форт Петропавловский, который ты любишь. Пьер и Поль, да? Пьер и Поль. Bon, c'est les arbres qui me plaisent. Parce que les yeux ne sont pas terribles. Большой Меньшиковский дворец. Это большой дворец Меньшикова. Вы должны заплатить еще раз? Что? А, я купил. Он уже купил билет. Thank you.
fait. En fait, j'ai payé 400 roubles pour parce que je suis étranger. Donc pour nous Français, ça représente 8,59 euros. Pour les Russes, c'était 250 roubles. Là, là. Я с маленьким вьете, это очень приятно. А petit vent qui est très agréable. Вот так. En plus, il n'y a pas trop de monde. Allez. Пойдем.